Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Нежить. И я по-прежнему разбираюсь с этим котлом, мать его, так. И мне кажется, я кое-что перепутал. То есть, вместо... Где он? Да, вот. Вместо ядовитый цветок на болот Хьялмарка я использовал послен. Может, это колокольчик? Ну, сейчас попробуем. Так, гниль. Череп. И ядовитый колокольчик. Кислота на миры. Получилось, смотрите-ка. Так, человеческое сердце, кровавые корни, и тут будет послен. Что такое? Ну алло, ну... А чё, почему оно закончилось-то? Завершить приготовление. А, это или завершить, или опрокинуть. Я понял. То есть вот такое вот говно, да? Хорошо. В таком случае у нас новый квест. Ну, точнее, продолжение старого. Третий. По счету. Нам нужно отправиться. Не понял. Хорошо. Нам нужно отправиться в Винтерхолд. И разузнать про того архимага. Ну, или хотя бы про его доспехи. Но мне понравилась вариативность этого квеста. То есть, два варианта. Два пути. Прикольно. Правда, это все можно было бы прописать и почетче, но... Ну, это всего лишь легкий недочет. Так, добро пожаловать в Винтерхолд. Самый... Да его даже городом нельзя назвать уже. Хотя я видел мод на восстановление Винтерхолда. Но он довольно мертвый. То есть... Люди не разговаривают, квестов нету. Такое. NPC просто напихали и пара домиков добавили. Такое я и сам могу сделать на карте. Глобальный. Но люди этим занимаются, значит, это кому-то интересно. Так. Пока я гробницы не наблюдаю. Ну, думаю, что она где-то тут сейчас будет. Не просто ж так оно на открытом воздухе лежит. Тут кто-нибудь есть? Что это такое? Внутрь, Степа. Милое дело. И что из этого? Ага, саван. Ёб твою мать. Полегче. Со своими экспериментами.
экспертными заклинаниями. Луна некроманта. Приказы. Это хорошо. Давайте-ка почитаем приказы. Приказы. Где они? А вот. Я обнаружил местоположение кургана. Курган, нахер бы с ним. В точности, как описано в книгах. На юго-западе города Маркарт. В горах. Ну, Хайлоку, ясно, понятно, дорога опасна, а курган находится глубоко внутри хребта Драконий Хвост. Так, катакомбы, здесь чувствуется аура мощи. Я более чем уверен, что секреты мира мертвых, которые погребены под землей, скоро станут нашими. Принесите мне артефакты сразу же, как выполните задание в Скориме. Так. Ну хорошо, чё уж там, сейчас я тебе принесу, подожди. Я тебе заодно и смерть принесу, конечно, но... Это ж дело десятое, правда, товарищ некромант? Новая локация. Это интересно. Так. Хорошо. Где я нахожусь? Их поймешь, конечно, но... Странно, даже не обвалился. Я бы не упустил такой момент. О. Ледяное привидение. Спокойно. Найти вход. О, без маркера. Вот и начался, судя по всему, мир этого дополнения. На. Хорошо. Допустим. Карта есть? Да, охеренная карта. Вообще все четко видно. Прошу прощения, меня грубейшим образом прервал телефон. Что там, мать их, за место? Что придумали эти некроманты? И нахрена идти так далеко? Тоже вопрос. Интересно. Во! Форт какой-то. Чё-то я всё-таки нашёл, да? Я думаю, тут глобальная карта мне не очень поможет. Ну вот тут такая карта местности, пускай будет. Так, что ж это за место такое? Ебать!
Косоёбина. Снежный саблезу. Я херею. Еще один подснежничек. Он даже и атаковать меня не собирался. Так. Что это за звук? Слышу скелетов. Так, а вот они. Мимо. Тут попал. А! Блять, еще и лучник. Все. Хорошо. Допустим. Пришли мы в странный, непонятный курган. Возле которого, кстати, очень много могилок. Интересное место. Победить этого антиха. И где он, мать его, так? Ладно. Ночью. Блядь. Ого. Ладно, на этом, пожалуй, завершим сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео. С вами был Марс. Увидимся.